Привет! Смотри, что покажу. В начале июля мы провели фестиваль «Середины лета». На фестивале было интересно и взрослым, и детям. Дети рисовали на камнях. Посмотрите, какая красота у них получилась. У нас было много спикеров. В первый день мы говорили про открытие бизнеса в Дании. Во второй – про самопознание. Если вы хотите стать одним из наших спикеров, мы будем очень рады. А это я, Артемий Копенский. Королевский двор я создал как парадный вход в датскую жизнь на русском. Мы в Дании с 2012 года. А в «Мафию» мы играем уже с 2015 года. Она идеально подходит, чтобы познакомиться без особой на то причины и посмотреть, как люди ведут себя в критический момент. Итак, просыпается «Мафия». Правила очень просты. Я, как ведущий, всегда помогаю проигрывающей команде. Саша, по моим наблюдениям, ведет себя так же, как в прошлой игре. Он был мирным жителем. Не забываем мы и про здоровый образ жизни. Разминки и йога. Нас вы можете познакомиться с разными профессионалами. Среди нас также и музыканты. Посмотрите, как чудесно сочетается арфа с флейтой. И афтер-парти мы показывать не будем. Следите за нашими обновлениями в чатах, группах и на нашем сайте dvor.dk. До встречи!